Rafa,
Sportmana ze terenu. Цьому цікавому поєдинку. Судівські записки. Суддя номер один. 50-44. Суддя номер два. 50-44. Суддя номер три. 50-44. Рівноголосним рішенням перемогу та звання чемпіона Європи професіоналів за правилами номер один отримав Костянтин Трішин. Константин Тришин. Сколько лет? 25. Весь мокрый. Какая была температура? Температура тела нагревается до предела. А эмоции? Эмоции сейчас не передать. Наконец-то подготовки все не зря прошли, готовились. Ну и выиграли. Для чего готовились, мы давай заработали. Чемпион Европы впервые? Профессионалом, да. Любителем три раза в этом трехкратном стал чемпионом Европы. Вот перешел на профессионалы. Теперь уже четырехкратный мужчина. Как тебе польские мужчины? Пробиваемые, нет? Ну, как сказать, как видите, не пробиваем. Первый раунд попал, дальше немножко, может, подрасслабился, не знаю, поэтому уже не мог допопасть. Да, было. А так тяжеловато. В четвертом раунде ты уже сам промахивался. Почему? Усталость. Четвертый, пятый раунд уже накапливается усталость, где-то уже теряется. Ну и наоборот, ближе к концу боя еще легче даже становится. Праздновать будешь как? Праздновать? Домой сначала поеду, там уже решу. Ну все равно в планах. Ну не пью. Если вы думаете пить это, то не пью. Поэтому так, с друзьями, компания, любимые девушки, девушка, попрошу вырезать. И родители, раздаемся. Сейчас чего больше всего хочется? Сейчас домой. Домой, конечно, в Одессу. В Одессу. Все равно, еще раз, можно какими-то красивыми словами? Какие эмоции все-таки? Ну, я не знаю, уже последний бой, когда знал, что уже все, победа за мной? Когда знал, когда уже последний гонг прозвучал, потому что нельзя расслабляться не до конца. Прозвучал гонг, все, я уже понял, что все, что от меня надо было, я все сделал. Поэтому рад, счастлив.